Озерки. Село в Бутурлиновском районе Воронежской области. Село расположено в 22 километрах к северо-западу от районного центра. Оно возникло на месте впадения ручья Озерки в реку Чегла. Отсюда и его название. Земли, на которых раскинулось нынешнее село, издавна принадлежали государственным крестьянам соседнего села Козловки, одного из самых крупных во всей округе. В конце 18 века в этих местах появилось несколько мелких хуторов, в которых жили люди, охранявшие постройки, и скот козловских крестьян. В 1797 году здесь отмечено наличие четырех хуторов. Один назывался Чеголка, остальные были безымянные. В 1840 году ближе к своим пахотным землям из Козловки переселилось около 100 семей. Они являются основателями озерок. Сначала это был хутор, а после строительства в 1877 году в Вознесенской церкви превратился в село. Церковь сохранилась, совсем недавно она использовалась под склад. Местные жители намерены восстановить ее. В 1900 году здесь насчитывалось 316 дворов, проживал 2151 житель. Советская власть в селе установлена в 1918 году. Во время гражданской войны село находилось в полосе боевых действий. В январе 1919 года его от белоказаков защищал Московский красноармейский полк. В 1926 году в селе состояло 460 дворов и 2033 жителя. Действовала школа первой ступени с двумя учителями. В 1930 году создан колхоз, первым председателем которого был 25-тысячник из Бутурлиновки, бывший матрос Орешин. Всего за годы сплошной коллективизации в Озерках создали 6 колхозов, занимались выращиванием сахарной свеклы и получали тогда по 400 и более центнеров с гектара. Затем из 6 колхозов образовали 2, а в 50-е годы стал один озерский. Председатель колхоза в то время был удостоен ордена Ленина. В годы Великой Отечественной войны 288 озерцев ушло на защиту Родины. Из них погибло 208 человек. В их честь в селе есть памятник. Активисты ТОС «Свобода» установили памятник в честь погибших в 1942 году советских летчиков на въезде в село Озерки Бутурлиновского района. За основу памятного знака взяли винт самолета, прикрепили памятную табличку. Место установки памятника выбрали не случайно. В 100 метрах отсюда в 1942 году упал советский самолет. Летчики вели воздушный бой с фашистами. Об этом мы знаем со слов очевидцев. Активисты обустроили площадку перед памятным знаком и ступеньки. Трудилось около 12 человек. Кто-то красил, кто-то раскидывал отсев, вырубал поросль клена, долго продумывали установку памятника, хотелось, чтобы он был красивый и запоминающимся. Ведь через Озерки идет большой поток машин. Многие останавливаются, чтобы рассмотреть памятник. Село расположено на равнине с далеко открытым горизонтом. Это южная часть Окско-Донской низменности, на ее границе с Калачеевской возвышенностью. Почвы в Озерках типичный чернозем. Механический состав его – тяжело суглинистый. Есть и саланцовые почвы. Вследствие удаленности села от морей и океанов здесь преобладает континентальный воздух. Самый теплый месяц – это июль. Осадка выпадает до 450 мм. Снежный покров лежит 103-110 дней. Летом часто дуют суховеи, южные и юго-восточные ветры, по своим свойствам близкие к ветрам пустынь и полупустынь Средней Азии. Они приносят засуху. В Озерках 6 прудов, 4 больших, 2 из них построены для орошения полей, и 2 маленьких. По центру села протекает река Чегла с притоком Озерки. На территории озерского сельского поселения расположено сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма Шипова-Дубрава», отделение «Озерское». Основным видом деятельности данного предприятия является производство растениеводческой и животноводческой продукции. В данной отрасли занято 168 человек. Расположены объекты социальной сферы. Озерское отделение связи, филиал Сбербанка, фельдшерско-амбулаторный пункт, электрокорпус связи, детский сад, школа имени Сергея Аникина,
социально-культурный центр, Козловский торговый филиал номер 14 Бутурлиновского райпо, ИП Загонов, ИП Гаврилов, имеющие торговые точки. По благословению владыки Сергия, митрополита Воронежского и Борисоглебского, начато восстановление Вознесенского храма села Озерки. Реставрационно-восстановительные работы движутся очень медленно, в связи с недостатком финансовых средств. Первая дата, которая встретилась с местным школьником-краеведом об истории села Озерки, это 1840 год. А дальше в книге Кригера «Материалы свода памятников истории и культуры Воронежской области» сообщается, что эта кирпичная церковь была построена в 1877 году. Строилась она с 1845 года по 1877 год. По преданиям, которые передавались из уст в уста старожилами, в селе сначала была деревянная церковь, расположенная на высоком берегу реки Чигла. Судя по этим датам и преданию, образование села и заселение нынешней территории происходило в далекие 1700-е годы. Что касается храма, то в селе всегда праздновали престольный праздник Знесения. Именно так звучало название этого праздника на местном диалекте. Правильно он именуется Вознесение Господне. Значит, и храм именуется Вознесенским. Храм строился всем миром, то есть всем селом. Участие буквально принимало каждое подворье, каждый житель. Была установлена череда, то есть поочередно с нескольких улиц приходили мужчины на выполнение каких-либо работ. Ехать за лесом, сушить сырец, обжигать кирпич, возить его к строящемуся храму, пилить бревна на доске. Женщины и старики и дети собирали яйца дикой птицы по реке, озерам, заводям, которых было в этой местности немало. Яйца входили в состав раствора, используемого при кладке кирпича. На берегу реки Озерки, что течет за огородами улицы Аникина, в местечке по местному названию Бузденок, на высокой круче добывали глину, здесь же лепили сырец. Собирали также деньги на покупку железа, колоколов. Храм возводился своими руками и на свои деньги, поэтому и строительство его было многолетним. По словам воспоминаниям подрядчикам, был житель села Козловка П.И. Филатов, талантливый строитель, который обходился без чертежей, а все расчеты держал в голове. Он в основном и вел работу прораба. Подсобными рабочими, каменщиками и плотниками были местные жители. И среди местных жителей род Бочарниковых-Гордиевых так и величали по-уличному. Принимал самое активное участие в строительстве храма. 11 братьев Бочарниковых поселились на одном порядке близ реки. С тех пор и по сей день этот порядок улицы так и называется – Гордиев порядок. Вот из этого рода и был главный старатель по строительству храма. Он организовывал людей на самые различные виды работ, ездил покупал лес, железо. О деятельности этого Гордиева старателя подтверждали многие старожилы, которые говорили, что Гордиевы принимали самое активное участие в строительстве храма. М. И. Кулешова говорила, что хранится в памяти людей предсказание Гордиева старателя. Он утверждал, что все храмы в соседних селах будут разрушены, а в Озерках будет стоять. Так оно и вышло. В округе только Вознесенский храм сохранился. Он славился огромным колоколом, прекрасным хором, регентом был Мачнев. Хор приглашали даже в бутурлиновские храмы. Храм был закрыт в годы богоборчества в 1930-36 годы. Начали его разрушение местные безбожники и просто вороватые люди, но до конца не разрушили. 24 мая 2001 года в 13 часов на престольный праздник Вознесения Господня был отслужен первый молебен после 70-летнего закрытия храма.